История с родниковскими венками снова получила продолжение. Напомним, что 9 мая после траурных мероприятий местная администрация распорядилась убрать возложенные венки с мемориала воинам Великой Отечественной войны. После долгих разбирательств выяснилось, что ответственной за мероприятие была замглавы родниковской администрации Любовь Комлева. Губернатор Михаил Мень распорядился сотрудницу уволить, что, собственно, и было сделано. Но, судя по всему, Любовь Комлева – очень ценный кадр. С этой недели у нее новая должность – советника главы администрации. Как нам пояснили в родниковской мэрии, это не муниципальная служба и не руководящая должность. Теперь Комлева может только консультировать. Видимо, ее совет, несмотря ни на что, для родниковского главы Александра Пахолкова и по сей день очень ценен. Координировать и контролировать деятельность администрации она не может. Это советник, и это должность консультативная.